20 минут о красивой жизни в красивом городе. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Видеообзоры инстаграм-блогеров, популярный жанр в сети, мы решили представить в телевизионном формате. Итак, что выбирают стилисты из коллекции наступающего сезона, смотрите прямо сейчас. Ходить по магазинам с подругами легко и весело. А вот шопинг со стилистом – мероприятие скорее информативное, поскольку они, стилисты, знают о моде все и видят стилистический потенциал каждого предмета. Сегодня вместе с Анной Глазковой мы разбираем коллекции бутика «Эвона». Коллекция яркая, и я люблю цвет, вы об этом знаете. Не очень доверяю черному, но используем в своих обзорах, используем в своих образах. Покажу любимое мое платье. На самом деле мы уже его брали для клиентки. Мне очень нравится современный принт, нравится яркость. Платье достаточно свободного кроя, можно носить под пояс, под какой-то акцентный. Можно надевать пояс, например, как у меня, мужского стиля. Есть такой лайфхак. Когда вы сомневаетесь между размерами, выбирать, например, 40 или 42, делайте выбор в сторону большего размера, потому что сейчас главное в силуэте воздух. Между вашим телом и изделием обязательно должен быть воздух. Я много раз рассказывала, что сейчас в моду входит такой силуэт вещей, как будто вы забрали вещи у бабушки или дедушки, немножко которые веют ольдскульностью, но это современные вещи. И одна из тенденций, новая, которая к нам пришла, это объемные кардиганы. И в коллекциях и весна, лето, и осень, зима наступающего сезона. Сейчас идут недели моды, я занимаюсь анализом уже этих коллекций. Огромное количество таких кардиганов. Это ваша долгосрочная инвестиция. Можете смело покупать. И я вам открою тайну, что леопард никуда не уходит. Леопард стал базовым принтом, поэтому можете его смело использовать в своих образах. Объемы тела читаются по-разному, и бедро бывает круглое с разных сторон. Я вам говорила, что когда округлость выходит немножко по бокам, не стоит покупать вот такие короткие кардиганы, кофточки. Но есть округлость, которая выходит с задней планки. И поэтому здесь подойдут вещи с удлиненной задней планкой изделия. Так что имейте в виду, если вы поняли и считали свои параметры тела, то вы грамотно выберете нужную вам вещь. Нулевые у нас в моде. Я нашла вот такой очень крутой укороченный тренч, куртка. Куртка полностью из кожи. В размере плюс сайз есть похожая модель, но задняя планка из трикотажа. Для чего это сделано? Чтобы она лучше села по вашей спинке. Тренд на прозрачность никуда не уходит. И я вам предлагаю использовать этот тренд нетривиально. Здесь мне очень нравится вот этот жакет. Даже разделив этот костюм, вы можете использовать его во многих комплектах. Он может быть уместен также с такими же джинсами, как у меня. Только сюда вам нужно будет добавить туфельки, лодочки более нарядного стиля. Или взять эти брюки и сделать базовую модель вашего гардероба. На мне размер плюс от моего. Он будет более сидеть точенно на фигуре. Но смысл будет понятен. Я добавила белые лодочки, чтобы добавить свежести. Подержала украшением с имитацией жемчуга, чтобы связать верх и низ в моем комплекте. Но я прям вижу этот жакет с джинсами и с классными казаками. Очень красивая юбка пыльно-розового цвета. Пастель тоже всегда преобладает в весенней палитре. Я бы сочетала не с тривиальными оттенками, например, с оттенками мяты, зеленого или даже с хаки. Очень красивое сочетание. Мой любимый комплект, который участвовал в нашей съемке, это вот такой вот комплект из такой очень плотной ткани с небольшим блеском. Большая проблема светлых вещей, что они просвечивают. Здесь плотная фактура ткани не дает пробиваться тому, чему не нужно. Опять же, вы можете вместе надеть этот комплект, будет очень нарядный, праздничный. Самый большой запрос на шопингах – купите мне красивое платье. Здесь представлено много женственных моделей. Я смотрю, что здесь есть уже в комплекте пояс, что очень хорошо, чтобы выделить талию. Черно-белая палитра, которая никого не пугает, хорошо сочетается. Но я бы сюда накладывала какой-то очень яркий вверх, например, пальто ярко-зеленого цвета, ярко-красного. Мы взяли платье монохромных оттенков, черного с белым, и добавили кардиган, который как раз имеет более длинную длину. Здесь можно также его запахивать, надевать сверху пояс, но мне все-таки хочется цвета. Я человек, который просто обожает цвет. И посмотрите, как красиво будет смотреться какой-то красный жакет или красное пальто с тем же самым платьем.
Одежда больших размеров в современных бутиках представлена вперемешку со стандартными моделями. Это такой сегодняшний тренд. Мне полюбилось вот такое вот платье в звездах. Всегда плюс-сайз сопровождается круглыми элементами вашего тела. И здесь есть элемент компенсации, когда вы даете острые углы. Именно острые углы компенсируют вот эти все округлости. И здесь максимально подходящий принт для этой размерной линейки. Представляете, что это костюмная группа из денима для плюс-сайз. Я первый раз вижу очень классные джинсы-бананы с защипами. Лучше их вам подворачивать, чтобы оголить щиколотку, самый худой участок вашего тела, чтобы облегчить ваше тело и сделать его более худым и воздушным. Есть в двух цветах, в синем классическом дениме и в сером. На обуви и аксессуарах остановимся подробнее во второй части нашего обзора. А пока еще раз образы, которые окажутся ультрамодными предстоящей весной. Бутик «Эвона» на Пушкина 60. Смелые образы и демократичные решения на все случаи жизни. Размеры от XS до Plus Size. Регулярное обновление коллекций. Подробности на «Эвона Бутик 74». Танцевальный ресторан «Танцор Диско» представляет яркие красивые праздники для девушек в честь 8 марта. 4, 5 и 6 марта корпоративы с шоу-программой и обаятельным ведущим. 7 и 8 марта вечеринка «Цветы для Клары», танцевальный мастер-класс и десерт каждой даме. Танцор Диско. Бронирование столов по телефону 27 07 600 23 07 055. Вы женщина с формами и вам хочется одеваться стильно и модно, нравится себе и окружающим? Специально для вас имидж-клуб «Светлана» объявляет набор в проект «Модель X+». Подробности по телефону 263-57-37. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах. Первых на виражах. Махфа. Первые для первых. Медиарт. Утонченная классика. Медиарт. Безупречный силуэт. Женственность. Главный модный тренд. Медиарт. Это платье вашей мечты. Медиарт. Гарантия восторженных взглядов. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Далее в выпуске несколько фрагментов ежегодного бала Маскарада, который в этом году проходил 23 февраля. Это событие красиво со всех сторон. Но где еще в таком количестве собираются дамы в бальных платьях и мужчины все, как один в костюмах? Ежегодный бал Маскарад с каждым разом становится еще более многочисленным. Наш проект можно назвать уникальным, потому что такого формата бал проходит только у нас, только здесь. Здесь мы и о этикете, о том, как мужчина ведет себя с женщиной, как женщина ведет себя с мужчиной. Мы заявили тематику Голливуд, то есть у нас реконструкция исторических танцев, и мы захватили немножко начало 20 века, зарождение кинематографа. Впервые я был в прошлом году, и меня настолько он впечатлил и очень-очень много эмоций дал, что я с огромным удовольствием решил прийти в этом году. Я всегда хотела поучаствовать в каком-то таком большом празднике, почувствовать себя, наверное, не в нашей эпохе, а где-то там в 18-19 веке. Я испытываю восторг, радость от того, что я здесь нахожусь, в таком красивом месте, в окружении красивых нарядов, дам в красивых платьях, украшениях. Это невероятное на самом деле событие. Это именно вот то, чего, наверное, нашему городу не хватает. Уникальность этого бала прежде всего в том, что здесь нет зрителей и артистов. Все танцы исполняют сами гости, которые учились этому заранее, посещая специальные мастер-классы. Мы начали подготовку еще за полгода, в октябре месяце. Начали с подготовительных мастер-классов.
исторического танца. И, собственно, этот день настал. Репетиции у нас начались заранее, это был ноябрь или декабрь, насколько я помню. И она в ходе репетиции так четко ставила нам задачи, что мы начинали танцевать буквально с первых шагов. Мы посещали с супругом несколько мастер-классов, но, к сожалению, не удалось посетить все в полном объеме. Наверное, 2-3 мастер-класса мы посетили. Как и в сказке про Золушку, на бал пускают только в длинных нарядных платьях, которые так редко бывают востребованы на большинстве современных вечеринках. У нас единственное требование – это платье полной длины для девушек. Да? Но здесь каждый человек включает свою фантазию. Мой образ – это образ Марии Антуанетты, королевы Франции. Мой образ сегодня – это и восточный, да, определенный колорит, и Голливуд в том числе. Мы выбрали как организаторы бархат, потому что бархат – это роскошь, это очень красиво. Не хотелось сильно уходить в какую-то, наверное, такую эпоху давнюю, что-то смиксовать с теми временами и с современностью. В жизни же нельзя так ходить, правильно? А здесь на балу можно похулиганить. Ну и вот мы хулиганим. Частью дресс-кода этого вечера являются маски. Они создают интригу и какой-то особый колорит. Со стороны все похоже на съемки исторического фильма. Внутри этого действа атмосфера флирта, веселья и увлекательной игры. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Согласно статистике, далеко не все женщины регулярно посещают косметолога, а значит, что все заботы по сохранению красоты возложены на домашний уход. Именно для такой аудитории в магазинах косметики проходит экспресс-диагностика состояния кожи. Аппарат измеряет уровень увлажненности кожи в глубоких слоях, то есть независимо от косметики на лице, аппарат делает очень точную диагностику. Производим мы диагностику на самой выступающей точке на лице, это у нас скула. Именно она больше всего подвержена воздействию внешних факторов. 45 с левой стороны и 45 с правой. Благодаря показателям мы понимаем, что нужно делать дальше. Либо мы делаем более интенсивный упор на увлажнение, либо мы работаем с отеками, с чувствительностью. Увлажнение особенно это важно для склонной к жирности кожи, потому что при нарушении гидролипидного барьера жирная кожа начинает выделять еще больше себума для того, чтобы себя защитить. Поэтому прежде всего уход, должное увлажнение, не пересушивать кожу, не пренебрегать всеми этапами ухода утром и вечером. Аппарат показывает уровень увлажненности на правой и левой стороне лица. Часто они бывают не одинаковые, а значит и уход нужен соответствующий. Показатели по нашему аппарату – это 55% норма по увлажненности. Все, что ниже, это считается ниже нормы. Соответственно, над кожей нужно работать, ее нужно увлажнять, нужно ухаживать. Косметолог, работая вот на этом аппарате, выясняя какие-то проблемы кожи или уровень там увлажненности, питания кожи, он, естественно, подбирает сразу уход. Мы знаем, что у корейцев там 10 ступеней ухода, и вот 10 ступеней мы вам здесь подберем. И практически для любого возраста, то есть начиная с молодых девчонок. Мы все понимаем, что это чаще всего определенная линейка косметики, это определенная гипоаллергенность и так далее, потому что они еще не знают, какие проблемы у них могут быть с кожей. Независимо от возраста, увлажненность может быть разная. Она может быть низкой уже даже в 15 лет. Это зависит у нас от генетики, это зависит у нас от уходовых средств, это зависит у нас от пищи, от водного баланса. После точной диагностики и рекомендаций специалиста вы уже точно будете знать, на что именно обратить внимание – сменить уходовую косметику или же пересмотреть свое питание, а иногда и прибегнуть к радикальным мерам, например, во имя здоровой кожи отказаться от вредных привычек. Вы смотрите программу Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба.
сезоне весна-лето дизайнеры и стилисты рекомендуют обратить внимание на розовые оттенки. В моде будет все – от яркой фуксии до сложных пастельных нюансов. Чтобы не выглядеть в розовом слишком уж легкомысленно, его количество лучше всего дозировать, а также представлять в правильных сочетаниях. Розовый джемпер крупной вязки, простой и лаконичный, может участвовать в самых разных сочетаниях. Решение, которое лежит на поверхности – джемпер плюс брюки. Стилисты также рекомендуют надевать вниз рубашку. В прохладную весеннюю погоду поверх можно надеть жакет, который будет выполнять роль плаща. Если есть желание подчеркнуть красоту цвета, розовый можно подавать на контрасте с зеленым. Оттенок сухой травы также популярен в новом сезоне. А еще розовый освежает, делая кожу румяной, а глаза выразительными. Ты яркая девушка размера плюс сайз. Любишь свое тело и давно мечтала стать моделью? Тогда прими участие в конкурсе красоты «Леди Мармелад» и выиграй 100 тысяч рублей. Подробности в группах «Конкурс Леди Мармелад». Приглашаем партнеров. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Первый финал 2020 года, конечно же, не последний, очень интересный. Я на самом деле хочу сказать, что это самая мощная битва блогеров Челябинска! Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи! Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».